Романс. Стихи Беллы Ахмадулиной, музыка Андрея Петрова. Романс о романсе. Недовольна винам пререкаться, не пора ли предаться любви, чем старинней наивность романса, тем живее его соловьи, толь в расцвете судьбы, толь на склоне, что я знаю про век и про дни. Отвори мне калитку в былое, и былым мое время продли. Наше ныне нас нежит и рушит, но туманы сирени висят, и в мантии из сумрачных кружев кто-то вечно спускается в сад, как влюблен он и нежен, и статен. И растратить, но любви не отнять у души. Отражен или сторгнут роялем блеск луны, это тайна для глаз, но поющий всегда то, что было закрыто для нас. Блик рассвета касается лика, мне спасительной песни твои. И куда б ни вела та калитка, не томи, отвори, и куда б ни вела та калитка, подари, не томи. Первая страница концерта, она будет посвящена романсам. Ну, романс – жанр неисчерпаемый, вы это знаете, можно о нем говорить и весь вечер, и всю неделю, всю жизнь. И все равно еще все не скажем, потому что какие-то страницы его хорошо известны, какие-то страницы мы забыли совсем, к сожалению. И сейчас прозвучат несколько старинных романсов, и потом чуть позже я расскажу одну историю. Я очень люблю истории, которые связаны с романсами. И, кстати, она будет связана и с Эльдаром Рязановым, с его фильмом тоже немножечко. Сейчас пока прозвучат романсы, написанные на рубеже 19 и 20 века. Это один из всплесков, пожалуй, самый, может быть, яркий всплеск в истории, в 200-летней, уже даже больше, истории этого прекрасного любимого жанра. Сейчас прозвучит романс Бориса Прозоровского, одного из короля русских романсов. В общем, королей было не так много, ну, их не может быть много в романсе. И Борис Прозоровский, человек, строчки из романсов которого мы иногда даже цитируем, и цитируют их те люди, которые даже никогда не слышали ни романсов, ни о Прозоровском. Ну, например, мы странно встретились, да, странно разойдемся, кто из нас не говорил, или мы только знакомы, или мы разошлись как
Море, да. Ну, вообще, правильно сказать, ночью корабли, но это тоже строчка Бориса Прозоровского. Так что вот мы с вами все равно знаем его романсы, и сейчас я напомню вам романс, который называется «Караван». Как раз мы странно встретились, Борис Прозоровский. Мы странно встретились, и странно разойдемся. Улыбкой нежности роман окончен наш. И если памятью к прошедшему вернемся, то скажем, это был мираж. Так иногда в томительной пустыне мелькают образы далеких чудных стран, но то лишь призраки и снова небо синее, и вдаль придет усталый караван, и мы, как путники, обмануты миражем, тесны неверны. Друг другу не расскажем всю тайну наших странных встреч. Так иногда в томительной пустыне мелькают образы далеких чудных стран. И ты уйдешь нежданно, как в путь уходит караван. Так иногда в томительной пустыне мелькают образы далеких чудных стран.